прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ой, какой красивый. Красивый. Давай его запустим, а? Давай. Розаться сам бахизм двери, ту милохизм гери, ту севдиану майца магери. Мера мама герес, варде бисутко вахака чос пери, албат сим гера, ту дамана тлес. Не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Общественного пользования перекрыли. А, он недавно, что там, а то ему там забор строили, вон дорогу ему подвели. Вчера тут два скрепера разравнивали грунт. Дом у него деревянный, какой-то винный погреб. Видела, вот там вот очень красивая беседка на склоне горы. У нас вот воды нет, например. Они вот понастроились, у них по два бассейна. И они высасывают так воду, что шланг плоским становится. И по выходным у нас воды нету вообще. Смотрим сюда. 2 минуты на Дон. Закрыли. Все. Извините. Жопой повернулись к людям. Ну ладно. Вот кончается Кремлевская стена. А ниже, вон там, видите, маленький отрезочек. Вот мы думали, что это будет калитка. Они к Кузнецовскому забору присоединили сетку, и теперь туда пройти невозможно. Губернатор Вершинин. Заместитель губернатора, что ли, Воронежской области. Я его так пару раз видел, его сам полненький такой. Говорят, какой-то зам губернатора там поселился. То он зам губернатора Вершинин. Там помощник губернатора, что ли. То он 2 раза на день залетает. Люди хорошо зарабатывают, кто их знает.
Господь с вами. Они все коррупционеры. Тебя посадят, а ты не воруй. Семен Васильевич, вы же у меня в доме. Твой дом тюрьма. Папа, твои казарменные шутки сегодня неуместны. Инка, что делать? Что делать, Инка, что делать? Сухари сушить. Еврокоптер ЕС-135. 4 места для врачей, пилотов и одного пациента. Вот так, лежа на носилках, матрасе, в так называемом коконе. Его перевезут из пункта А в пункт Б. Этот вертолет у нашего центра около 10 дней. И уже спас людей. Вылетал за пострадавшими на 2 страшных ДТП у Россоши и Ольховатки. Помощь с воздуха от Центра медицины катастроф идет по 3 основным направлениям. Это транспортировка больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тут важно правило золотого часа, то есть как можно быстрее оказать помощь. Также спасение детей, пострадавших на дорогах. Это возможность не только внутри региона оказывать оперативно медицинскую помощь, но и осуществлять перевозки, например, в Москву, достаточно оперативные. Приходится на это тратить деньги, осуществлять как внутрирегиональные, так и межрегиональные перевозки. Так что мы намерены все это усиливать, понимая, что это жизнь людей. Donna è una bel canzone, sai che ti amo, sempre amo. Donna bella mare, credere e cantare, dammi il momento che mi piace più. Sacramento, sacramento, mare bella donna, è un bel canzone, sai che ti amo, sempre amo. Жульем, допустим, надо бороться, а? Почему он жулик? Человек умеет жить. Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе 2-этажный особняк? Семен Васильевич, это его дело. Нет, наше. В общем, короче, у нас беспредел. Весь покрытый зеленью, с ним нельзя войну начинать. После я вам честно скажу, что председатель сельсовета у нас как бы номинальная единица. То есть власти у него никакой. Он может нам, да, нам он может что-то и перекрыть, и что-то сделать, как бы, да. Потому что мы обычные люди. Большая шишка. Все, уже изгадили. Нет, туда нужно к Дону, чтобы попасть, обойти все духовое. Это невозможно. Ну все, а сейчас вот все. Один вот, извините, туалет вот поставили, да, вот любуйся. Мама родила, что они не делают, не идут дела. Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост. Я занимаю в России очень высокий пост. Мимо меня протекает денег огромный поток. И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток. Есть у меня самолеты, яхты и острова. И в жизни одна забота — родину распродавать. Навек обеспечены дети,
пристроена вся родня. Но есть один человек на свете, который пугает меня. Путин страшный, очень страшный, я его боюсь. Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь. Я вагонами ворую, как пчела тружусь. И при этом все сильнее Путина боюсь. В испуганном состоянии живу я уже много лет. Я жду каждый день наказания, а наказания все нет. Я жду его в Куршевеле и на Мальдивах жду. Я жду его в Средиземном море, с яхты справляя нужду. Охваченный диким страхом, я весь погряз в грабеже. Краду я с таким размахом, что даже стыдно уже. Вот раньше я крал осторожно, а сейчас обнаглел совсем. И не заметить уже невозможно моих двухходовых схем. В стране объявлена вроде борьба с такими, как я. Но я еще на свободе, и также мои друзья. Где логика, я не вижу, над этой загадкой бьюсь. Ведь я же так всю Россию спижу, пока я его боюсь.